Карикатура изображает трех мужчин и женщину, стоящих посреди развалин города и беседующих друг с другом. Один из них говорит, что в Донецке установилась скука перемирия, а поэтому не организовать ли нам что-нибудь с карикатуристами? По мнению Корнилова, подобный юмор от Шарли Эбдо неуместен в условиях наступившего в Донбассе перемирия. История Шарли Эбдо начинается с 1970 года. Сатирическое французское издание леволиберальной направленности нередко высмеивает ультраправую политику и религию. Зачастую это происходит в форме, которую некоторые полагают неприемлемой и оскорбительной для себя. Как считается, именно это послужило причиной нападения на редакцию издания, совершенного 7 января 2015 года. В ходе него погибли 12 человек. Причиной теракта послужила публикация Шарли Эбдо карикатуры на пророка Мухаммеда.